Кому не расскажу, не поверят. Но в мужике под 40 с успехом уживаются 10 человек по 10 и столько ж по 20 лет. И именно поэтому жизненный стимул – все для детей. И чуть больше для взрослых. Да и поэтому сюжеты про Орион у нас краше, и поэтому столько радости в каждом новом. Просто прошлый репортаж был у нас для взрослых, а теперь меняем тактику. Помните прошлый наш сюжет о деятельности фирмы Орион? Я каждый раз с удовольствием вижу здесь новых индивидуальных предпринимателей. То есть они тоже смотрят и, естественно, понимают, где все подешевле. Естественно, где? В Орионе, где еще? Здесь, на вокзальной 3. Поворот направо и через 3 поворота еще раз направо. А сегодня, сейчас мы все-таки о детях поговорим. И вот тут становится понятен тот самый принцип 1 сентября. Конечно, самый кайф – это когда дома появляется возможность не громоздиться за стул или на стол, а маленькая такая и удаленькая парта для мальчиков и для девочек. И вот сегодняшний разговор о деятельности фирмы «Орион» мы начнем с того, а с чего вы думали в преддверии 1 сентября? С натуральных школьных парт для детей всех возрастов. Дело в том, что здесь есть различные школьные парты. И вот мы сегодня вам показали школьные парты для девочек и вот для мальчиков. Цена вопроса 1300 рублей. А? Ну, про это для меня никогда разговоров-то и не было, хотя, умея рисовать, сейчас бы делал это с удовольствием. Да потому что раньше только парты и только стол. И вот дети очень любят рисовать рисунок. Я просто сам помню, как что-то там малевал. Вот, но у меня никогда не было мольберта. Сегодня и сейчас все шикарные мольберты присутствуют. Есть даже такие, в которых вы можете вдвоем рисовать. То есть с одной стороны один ребенок и с другой стороны ребенок. Да, и цена там тоже не очень большая, то есть 1400 рублей. И, конечно, учеба – это учеба. Хотя 45 минут в течение 5 раз в сутки – это как-то слабовато. Но кто бы сказал про игрушки то? И, внимание, дети, будет разговор про цены. Тут все понятно. Замечательные отметки дают вам возможность выцегонить себе замечательные подарки. Игрушки, то есть. Знаете, я обратил внимание, что очень качественно девочки рисуют, знаете где? В Иране. Я посмотрел, прекрасные иранские девушки, и они так красятся. А наверняка потому, что у них вот все это есть в наличии. То есть вы можете себе купить вот настоящую девушку, да, и потихонечку подкрашивать. То есть наши девушки, все-таки вам необходимо топать за иранскими девушками. Потому что у них все это есть в наличии. А сегодня в наличии все это есть в Орионе. Мы как-то говорили о том, что фирма «Орион» не стоит на месте. А вот вопросик такой возник. Детские коляски когда появятся? Так вот, детские коляски сегодня есть. Вот. При этом цена вопроса 2000 рублей. Дешевле просто не найти. При этом, ну, фирма «Шелби». Место есть и для вас, и для ребенка. В смысле, попить. Вот. Другие вещи. Детские колясочки еще более, скажем так, другие, которые, естественно, раскладываются, и вы укладываете эти вещи в любой багажник. Не проблема. Потом вопросик такой был. Что насчет стульчиков для кормления? Опять есть. И самое забавное – манежики. Вот они. А вот теперь пройдемся немножко дальше. Ну и, как говорится, это для возраста от 3 месяцев и повыше. То есть вот они, кресла-катальцы. Причем кресла-каталки, опять же, разные. То есть, ну тут так всяких тут много вещей, которые помогают ребенку вовремя осознать, что рано или поздно надо вот оттуда перейти вот сюда. Мимо этих мест я пройти просто не могу. Дело в том, что, и опять же, каждый раз здесь что-то новенькое. То есть я уже как бы, ну, для меня сложно, конечно, пройти мимо. Но вот это уже мини-УЗИ. Такого дома нету, придется опять забрать. Что касаемо вот этих вещей, которые здесь присутствуют, я вам расскажу, что это для тех, у кого, наверное, возраст свыше 10 лет, потому что до того, как здесь не надо находиться, потому что они стреляют. Но с другой-то стороны, когда ты видишь оружие, которое по весу практически одинаковое, это же очень хорошо. То есть ребенок, придя сюда, беря вот это все, и затем уже стреляя,
вам показывает, что у него с головой это все в порядке. Поэтому мимо этого места в Орионе пройти просто нельзя. Конечно, рано или поздно у нас заканчивается время, когда вы можете друг друга из пистолета пострелять. Но с другой стороны, никто же не мешает вам пойти в любую баньку и там устроить стрельбу с ребенками, с детьми, с вашими замечательными. Ну, для этого здесь опять же все в наличии. А теперь про как бы такие вещи, которые помогают не просто ребенка конструировать, а что-то собирать. Вот. То есть мы когда-то говорили о том, что необходимо в бильярд поиграть. Раньше бильярда опять же не было. Сегодня и сейчас полный комплекс для бильярда, он в наличии. А сколько тут всяких таких примочек? И, кстати, в принципе, до ноября месяца ваш ребенок может пойти в детский сад и заняться там конструированием чего-то из песка. Окей, everything will be here. Сказать честно, я понятия не имею, что в голове у моего ребенка. Но я стараюсь сделать из него что-то более-менее адекватное. То есть, если у нас игрушки, то, наверное, вот такие тачки. Вот, мы с ним экспериментируем. Вот, и этих тачек у нас очень большое количество. Вот. Теперь, что касается других игрушек, и не для моего ребенка. Спайдермены. Черепахи. И это все в огромном количестве, потому что за мной есть еще больше этого всего добра. Там, пожалуйста, разбирайтесь, что надо. Да, о, еще короче. Прикольно все. То есть, как всегда, про цены я вообще не буду говорить. Цены ниже плинтуса, естественно. Вот, перейдем сюда. Вот, это вот для детей, которые немножко чуть дальше видят свое будущее. И они готовы создать и Fire Rescue, то есть это автомобиль для борьбы с огнем. Вот. Вот это вот это вообще что-то. Это биатлон, правила дорожного движения, викторина по правилам дорожного движения. Этого всего хватает, если что. Во! О, во! Тоже 70 рублей. Прикольно. Так меня попросила супруга, потому что без нее я вообще как-то рядышком не хожу. Вот. О том, что такое мы в жизни опять здесь не видели. То есть мы видели раньше такие штучки, которые делали большие мыльные пузыри. Вот. Это было давно. А сегодня, сейчас, пожалуйста, круглые, квадратные, с различными пузырьками. Да и цена такая не сильно дорогая, 440 рублей. Мы специально здесь остановились. Сейчас немножко прошу, чтобы жена вот довернула нашу камеру. Вот, вот. Вот помните, раньше вот эти штучки, это было очень дорогое удовольствие. Потеряешь одно и все. Сегодня сейчас 50 рублей. Это ваши шашки. А вот это бильярдные вещи, они 60 рублей стоят. Бесконечно дорого, блин. Это вот по цене дешевле, чем этот Швепс, который я пью. Вот, лото. Но оно чуть дороже, естественно, стоит. То есть все вот в таком большом количестве. Да, и даже настольная игра. Шахматы. Вон, 120 рублей. Ну, а мы вот сюда перевернем. Вот, это вот это вообще не понять. Раньше вот эти шарики для тенниса, их вообще найти было невозможно. Сегодня, сейчас, вот это все количество 670 рублей. А можно вот такие вещи, понятно, да? Так, ну, такие цены, такие веселенькие. Вот. Совсем веселенькие. Ну и естественная прелесть. То есть вот эти. Кидание. Да, и цена так, опять 45 рублей. Вообще, очень-очень все это мне. Вау. Можно так посмотреть? А можно так? Кстати, все работает абсолютно точно. Сколько там стоит? 40 рублей. Эх, нет у меня больше разговоров. Что-то надо хапнуть.
На Барби World, Life in Plastic, It's Fantastic. Это о чем говорит? О том, что вот этот молодой человек спокойненько может себе выбрать все, что нужно. В данном случае это джип называется. Что еще умеем? Ну-ка покажи. А что еще? Это то, что мальчик делает. То есть он показывает все музыкальные направления джипа. Но здесь же не только джипы. То есть есть полноценный квадрик, есть и чуть поменьше. А есть и так для тех, кто хочет погонять. Естественно, цены вопроса. Сейчас падать будете. 3 секунды. Мама. Цены вопроса. То есть, если это китайский, кстати, не китайский, хороший такой автомобильчик, он стоит 4600 рублей. Кстати, на нем можно ездить до 5-летнего возраста. Ну-ну-ну. И что, куда поехал-то дальше? А, вот так, да? Вот. И все остальное. То есть, в принципе, до 10 лет ваш ребенок может ездить на любом из этих устройств абсолютно легко. А теперь в заключение, куда ехать. Это специально. Жесть, конечно, но там, где Орион, много игрушек. Жесть, конечно, но кроме Ориона никто не рекламируется. Да, Ильяд, с вами. Конечно, скоро я вам в деталях-то объясню, как с помощью Ориона у нас дети стали не то что лучше, а в разы одноклассников. И это становится очевидно. Только благодаря Ориону. А как сюда проехать теперь, знает каждый. Вообще, каждый раз, когда я вот сюда выхожу, я вам показываю огромное количество того, что я не могу купить. Потому что здесь невозможно купить на 10 тысяч рублей. Это просто нонсенс. Ну, если только вы небольшие там специалисты и не крупногабаритные грузы вывозите. А он здесь всего один такой крупногабаритный груз за 9500 рублей. А за все остальное вы столько денег не потратите. Итак, сколько здесь можно потратить для нормального, благополучного существования вашего ребенка? Честно скажу, порядка 1000 рублей. 3000 это шикарно, а 5000 это просто мега супер.